Уважаемое правительство Российской Федерации, к вам обращаются жители улицы Огородной, дом 188, города Саратова. 6 декабря 2017 года наш дом был признан аварийным. 11 октября 2020 года дом должен быть снесен. В доме проживает около 400 человек, из них 100 человек детей. Бетонные перекрытия дома рушатся. Лестница на первом этаже упала в подвал. Гнилые трубы. Подвал наполнен водой. В доме нет отопления, горячей воды. Неоднократно мы обращались в администрацию и прокуратуру заводского района города Саратова и другие инстанции для расселения нашего дома. В итоге получали лишь отписки о том, что данный дом не вошел в программу по расселению. Мы и наши дети не хотим остаться под руинами данного дома и просим вас оказать содействие в расселении нашего дома в кратчайшие сроки. Требуем нас расселить! Требуем нас расселить! Требуем нас расселить! Требуем нас расселить! Владимир Владимирович, обратите на наш дом внимание!